Всем привет на канале ИП. На днях приобрел несколько замечательных монет с патиной. Одна из них черепаха, серебро с танталом. Низкий номер достаточно. Часть тиража ушла в Польшу. Тантал серебро. Смотрите по массе. Тяжелая очень монетка, приятная, толстенькая. Одна из лучших монет Казахстана. И вот совсем незначительная патина, которая пугает некоторых коллекционеров. В местах соприкосновения, видите, металлов разных. Но все это компенсируется приятными ценами и оставляет приятные впечатления. Кто согласен, кто не боится патины, пишите, комментируйте, как вы относитесь к патине. На серебряных монетах, на биколорных монетах. Кто заценил черепаху, пишем, комментируем. Всем пока.